Так, сегодня у нас 7 марта 2021 год. Миша делает пиццу. Так, что там? Это что такое, Миша? Колбаса. Говори, сосиска. Давай. Колбаску посыпь. Да ты бери побольше, Миш, а то так будешь долго. Давайте, помогу. Колбаска, нормально, нормально. На край туда подвинь. Так, теперь что? Давай кинем грибочки. Оливки хочу. Да давай грибочки, оливки потом надо будет. Не, оливки. Ну давай, кидай оливки, а я вот так грибочки кину. Грибочки. Так, теперь огурчиков давай. Огурчиков, болгарский перчик. Давай, давай, болгарский перчик. Давай, давай, сам кидай. Я... Так, ну и хватит, наверное, Миша. Теперь сыр сверху давай. Сейчас. Сыр по... Везде. Нет, слишком... Надо его вот так вот рассыпать, Миша. Давай еще посыпь чуть-чуть по краям там. Ну вот. Теперь на 5 минут мы ее в духовку кидаем, да? Да. Ну все, давай. Поздравляю маму с праздником. Давай. С 8 марта. Всем с 8 мартом. Бабушек, маму. Бабушек. Маму. Поздравляю всех, скажи, с 8 марта. Поздравляю всех.
все с 8 молотом. И сегодня вы были на программе «Моя любимая пицца». Всем пока! Да.